Покупая Приднестровское, масштабный проект торгово-промышленной палаты Приднестровья набирает обороты. Магазин «Клио» первым в республике присоединился к акции и отметил товары местного производства символичным логотипом. Молочная продукция, крупы, овощи и напитки. С сегодняшнего дня в магазине «Клио» продукты местного производства отличает символичный логотип. Красный цветок с лозунгом «Покупай Приднестровское». Мы давно торгуем товаром местных производителей, я имею в виду продукты питания в первую очередь. Мы не являемся импортерами, поэтому, торгуя местным, исключается лишнее звено, поэтому больше покупая местного, меньше тратится на закупку. Постоянные покупатели сразу же заметили оживление в дизайне. Повсюду флаеры, отличительные наклейки и плакаты у входа в магазин. Анна рассказывает, отечественную продукцию на полках магазина видела всегда, однако даже не подозревала, что это товары местного производства. Необычно, что появились новые указатели «Покупай Приднестровское». Раньше их не было, и смотрю, что их довольно много. Даже не думала, что столько приднестровских товаров сейчас есть у нас в магазинах. Не обращала внимания, что они приднестровские. Это первый магазин, подхвативший эстафету акции. Вскоре к нему присоединятся торговые сети по всей республике. В рамках проекта «Покупай Приднестровское» запланирована еще целая серия мероприятий. А 27 мая состоится первая выставка-ярмарка, где горожан и гостей города ждет много приятных сюрпризов. Екатерина Белогрива, Юрий Прошичев. Первый Приднестровский телеканал.